Привет! Вы на канале Чем Бита и Маша! День рождения — это класс! Ну, распаковывать подарки еще лучше! А кто любит распаковывать подарки, ставьте лайк! Привет, друзья! Ну что, Тимофей, завалили тебя подарками на день рождения? Отлично! А покажешь, что дарят мальчикам на день рождения? Да. Давай распаковывать! Бери любой подарок и показывай, что там. Ты с пакета решил? Такой пакет прикольный, с щенком. Что же в нем? Так, что это? Академия маленьких испытателей. Часы, маятник. Сделай сам. Ух ты ж, Катим, ну здесь надо будет подумать головой, как его вот этот собрать, такой маятник. Будем химичить? Да. Держи. Что там, следующий подарочек какой? Ага, та же серия. Тоже Академия маленьких испытателей. Но в этот раз надо будет собрать катер-амфибию, сборный гаджет для детей. Ничего себе! Ну, это серьезные такие подарки, Тимофей. Надо будет работать над ними. Так, здесь все, пустой пакет? Да. Давай его сюда. Следующий пакет, что у тебя там? Химические чудеса. Занимательные опыты. Здесь есть и химическая змея, и белая субмарина, кристаллические узоры, тайный рисунок. Ну, короче, мини-лаборатория у тебя дома. Ничего себе, Тим, здесь столько всего, что мы реально здесь будем химичить. Следующий подарок. Да. Следующий пакет. Смотрим, что у нас в следующем пакете. Тим, по-моему, там тоже какие-то химические чудеса. Смотри. Точно. Разноцветные кристаллы, тоже занимательные опыты, только уже совсем другие. Это, смотри, это похожие наборы, только там химические чудеса, а здесь разноцветные кристаллы. Здесь мы будем растить как-то вот такие кристаллы, как корона. Даже раскрашивать кристаллы будем, ничего себе. По-моему, классный подарок, что ты скажешь? Классный. Классный? Что еще ты нам покажешь? Что это? Очередной спиннер. Ну как же, не могли тебя обойти без спиннера, да? Вкусный он какой-то. А сейчас я сделаю его повеселее. А ну покажи, какой он веселый будет. О, почти. Маш, потанцуй. Маш, ты очень прекрасно смотришься под мелодию Холли Долли. А теперь какой подарочек ты нам покажешь? Ого, что это? Ты поднять не можешь. Ничего, ничего себе, такая коробища огромная. Дина какой-то палеонтолог. Короче, набор для проведения раскопок. Ого, мы будем археологами. Тима, Маша, представляете, здесь можно раскопать в этой коробке аж двух динозавров, вернее, их скелетов. Будете раскапывать? Да. Так, держи, только очень аккуратно, а то он тяжелый. Ну, что там следующее? Показывай. Так, на тебя сейчас шестерка упадет твоя. Маш, тебе какой пока не подарок нравится самое больше из тех, что мы смотрели? Маша, спиннер нравится. Показывай следующую. Что это у нас? Это чемоданчик. Чемоданчик такой таинственный, потому что здесь находятся, знаешь что? Фокусы. Фокусы-покусы. А фокусы-покусы любят все. Поэтому мы научимся и будем показывать представление. Правда? Да. У тебя есть такой цилиндр, из которого кролика надо вынимать? Нету? Надо будет купить или сделать. Давай следующий подарочек. Что это? Это такая, как папка, да, это такая папочка, вот она, как такой чемоданчик, будешь ходить в музыкальную школу, ноты таскать, да? Держи. Подарок. Так, следующий, знаешь, что это такое? Нет.
Нет, а я тебе скажу, опыты бывают не только днем, опыты бывают даже ночью. Вот этот вот подарок, это интересные эксперименты, которые светятся в темноте. Представляешь, посмотри, здесь и бутылка он какая-то светящаяся, и бабочки там светящиеся. Да, поэтому дождемся ночи и давай химичить, экспериментировать. Да. Классно. Да. Так, что там, еще что-то есть? Да. А ну, показывай. Тиме в школу, поэтому друзья ему подарили вот такой вот наборчик школьный. Здесь у нас ручки, точилка, блокнотик. Ну, такой, короче, полезный, вот вещичка такая полезная. Да. Так, что мы смотрим дальше? Еще не все рассмотрели, нет? Тима, тебе на голову шестерка упала! Так, что же это? Это типа лего-конструктор. Собрать вот такой вот вертолетик. Ну что там, последний подарок остался? Да. Что это такое? Опять юный химик, только это огромная коробка, и здесь 116 интересных опытов. И я вижу, здесь действительно, здесь такие интересные опыты. Он какой-то это песок или что это такое, он, не знаю, надо делать. И снег искусственный, и какая-то змея, не знаю, в кока-коле что ли, что это такое. Такой. Ага. Он еще и с диском. Да, правильно Тима говорит. Здесь еще есть диск. То есть можно смотреть, и тебе объясняют, как сделать эти опыты. Ну, вообще суперский подарок, да, Тимофей? Да. Тим, а ты заметил, как отличаются подарки на день рождения для девочки и для мальчика? Как? Вот смотри, Маша, что тебе дарили на 5 лет? Плейдо, разукрашки, правда? Кстати, ссылочку на видео, что можно подарить девочке, мы оставим в описании к этому видео. А Тима, что тебе подарили, друзья? Опыты, лего, фокусы там всякие такие. И спиннер. Правильно, всякие конструкторы, наборы сделай сам, правда? Да. Тимочка, какой тебе еще подарок подарили? Смартфон. Ого, самый настоящий смартфон? Да. Теперь ты можешь звонить всем своим друзьям. Да. Это классно. А еще один подарочек Тима раскроет в следующем видео. И это будет действительно самый крутой подарок. Да. Друзья, а вы хотите увидеть классный подарок? Тогда ставь лайк и подпишитесь на канал ChimBitter. И Маша! Не пропустите следующее видео, нажмите на колокольчик. Пока-пока!